Сегодня, 21 апреля, в России отмечается День местного самоуправления. Эта дата появилась в календаре согласно указу президента России Владимира Путина в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. В Большом зале городской администрации прошло торжественное собрание муниципальных служащих. Глава администрации Валерий Попов поздравил собравшихся с этим праздником и отметил, что главная задача не только управлять процессами, происходящими на территории Новоуральска, но и оказывать услуги населению. Работаем, чтобы качественно оказывать услуги населению. Все органы местного самоуправления не сами для себя существуют, а для обслуживания населения. Мнения могут быть разные, но муниципальными властями за последнее время сделано очень многое в развитии города. Наш город участвует в областных и федеральных программах. В частности, не так давно были достигнуты договоренности с правительством области о развитии сельских населенных пунктов округа. Вчера Кослов подписал 15 миллионов на новую газопроводку. Это строительство, освоение новых наших территорий и строительство коттеджных поселков, которые, в общем-то, привлекут инвестиции в город, дадут работу строителям, смежникам. То есть эта цепочка тянется. Достаточно хорошие мероприятия, которые и люди будут заняты, и обеспечены работой. Поэтому вот любой вклад какой-то, это вот кирпичик благосостояния жителей города. В честь праздничной даты в Театре музыки, драмы и комедии днем прошел праздничный концерт. Отметим, в работе местного самоуправления сегодня занято около 150 человек. Наша телекомпания присоединяется к словам Валерия Попова и поздравляет всех с Днем местного самоуправления. Никита Евсеев, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.